Укрощением медведя займутся в ближайшие дни в театре «Школа современной пьесы». Именно такое название носит сатирическая пьеса Дмитрия Быкова, которую взялся поставить Иосиф Рейхельгаус. Художественный руководитель школы именно эту постановку называет главным событием нового сезона. Сегодня вечером он будет открыт спектаклем «Чайка. Настоящая оперетка». А днем вся труппа после отпуска собралась на основной сцене театра. Обсудили, как и положено, планы на новый сезон. В качестве режиссера в школе на этот раз работать будут несколько приглашенных мастеров. Свои спектакли должны поставить Рима Стумина, Семен Спивак и болгарин Пламен Панев. Пока они выбирают произведения, которые хотели бы поставить, так что сейчас все силы труппы театра направят на репетиции спектакля «Медведь». Работать над ней Иосиф Рейхельгаус начал еще зимой этого года. Уже практически готовы декорации и костюмы. В новом спектакле будут задействованы не только все актеры театра, но даже администраторы и бутафоры. Худрук школы современной пьесы уже называют «Медведя» одной из самых сложных постановок за всю его карьеру. Редчайшая для сегодняшнего театра, редчайшая возможность встретиться с жанром такого политического памфлета, что я просто давно-давно этого не встречал. Самое главное, естественно, есть очень сложная, просто почти неразрешимая задача для всего коллектива театра. Очень сложно играть в этом жанре, очень сложно придумать сценографию, очень сложно придумать музыку, пластику.